have ways of blowing things up. Здорово, ребятушки! С вами Оладушки, и мы сегодня идем творить великие дела. Кроме того, что нужно будет сдать парочку квестов, меня больше интересуют некоторые другие фишечки. Сейчас посмотрим, как это все будет происходить. У нас дома лежит интересная книжечка, еще 8 часов недочитанная. Но это уже другое дело. Надо почаще смотреть в бюро находок. По 15 минут мы тратим, да, но... Кстати, у нас с собой скальпель. Окровавленный, между прочим. А я так его таскаю, типа, ладно. Причем это считается безопасным, это не оружие. Вообще ни разу. Пойдем в кабинет Фергюсона. Вроде как его стол и его сейф можно было взломать. Также мы сегодня отправим смертных на викторину. Как бы, черт с ним. Мне интересно, какой счет в суперигре. Вчера мы вели, но сегодня это же ж другое же ж дело. Я зовут этого парня за дело претензий. Джонни. Джон? С его очками авторитета и зарплаты. Просто Джонни. Очки авторитета и зарплата. Типа, ты на Джона не тянешь. Так, Джонни, и все. Блин, ладно, я понимаю, что убрали начальника. А кто, кстати, сейчас руководит первым этажом? И куда делась тогда Магда? Если убрали начальника, но Магда тоже исчезла. Не то чтобы ты такой положительный персонаж, мне просто тупо интересно, где она. Хорошо, что теперь тут не надо тратить время. Я даже в дверь не постучал. Так, ладно, сейф. Это было сейчас немножко странно. Давайте покопаемся в сейфе. Это полчаса у нас займет. Облигации абсолютно бесполезны, если не можете их обналичить. Я их заберу, конечно же. Ну и биометрический сейф, куда же без него. Сюда. Сюда. Фрагмент. Характеристика Фергюсона. Крайне ненадежен, ленив и глуп. Имеет алкогольную и наркотическую зависимость. Замечен в систематическом получении взяток и особо крупных размеров организации самых настоящих оргий на территории министерства. Завсегдатай подпольных борделей неоднократно обвинялся в совращении малолетних, но все обвинения были сняты из-за давления на свидетелей. Суммируя все написанное выше, а также приложив к этому полные материалы его дела, рекомендуем ограничить круг полномочий Фергюсона, работая на первом этаже министерства. Также рекомендуется наградить его орденом за заслуги перед Отечеством, чтобы успокоить его негодование по поводу постоянного и ничем не оправданного недоверия. Редгрейв. Калиб Редгрейв. Это мой батя ему? Так, хорошо. С. Айк. Испытуемая Стефани Айк, 32 года. Сигнал неприятие с амплитудой 20 мегаэмкв в стенограмме обозначен N. Начало фрагмента. Сотрудник демонстрирует изображение ребенка. Что вы видите? Девочка лет 5 с красными бантами сидит в кресле и улыбается. Очень милое фото. Сотрудник. Какие эмоции она называет? Айк. Чувствуется уют. Мне кажется, это фото снимали с любовью. Сотрудник. Взгляните еще раз, что вы видите? Шумно сглатывает. Вы поменяли фото? Это какой-то омерзительный, не могу назвать это ребенком, карлик, который скалится, вальяжно развалившись в кресле. Какие ваши эмоции? Заметно нервничает. Это какая-то шутка? Зачем вы задаете такие глупые вопросы? Уберите это, пока меня не стошнило вам на ботинке. Сотрудник, вы уверены? Майк, что? Вы что-то спросили? Как я здесь оказалась? Почему я... Конец фрагмента. Изменение восприятия. А вот это интересно. Теперь я могу наконец-то покопаться в твоем столике. Еще кусочек фрагмента. Хорошо, оно того стоило. Письмо.
Я хочу попросить тебя прощения, Иван, я был плохим отцом, меня не было рядом, когда ты нуждался во мне. Я нет рядом и сейчас, когда ты оказался посреди этого водоворота дерьма, посреди грызни за власть в ближнем круге. Ты оказался здесь из-за меня. Мои амбиции, неумная эгоистичная жадность, справедливости... Жажда, а не жадность. Фу ты, блин, эгоистичная жажда справедливости привели к тому, что твоя жизнь в опасности. Не строй иллюзий, сын. Министерство — это прореха в нормальности. Черная дыра, засасывающая души, твою душу и тянущая ее в центр бури. Обитель полностью извращен в представлении о добре и зле. Но я прошу прощения не за то, что натворил я. Нет, я лишь надеюсь, что ты найдешь себе силы простить меня за то, что в моей вине, по моей вине пострадал ты, или за то, что тебе еще предстоит натворить. Мне жаль. Нам нужно каким-то, блин, образом наращивать себе очки влияния, но... Ну, пока что это получается фигово. К тому же, за осуществление проекта... Кстати, проект «Конкурентная среда». Да, Райта я устранил. Мне за него дадут 10 тысяч. И... Так, сейчас, кстати, нужно будет со Смитом поговорить, не забыть об этом. Поехали. Надавить на него. Только я не знаю, чем я давить собрался. У меня 600 этого очков авторитета. Вообще ни о чем. Перед тем, как на него... Перед тем, как давить, нужно будет обыскать быстренько ящички, наверное. Посмотрим, как это все будет выглядеть. Денег нет, авторитета нет, ничего нет. Сейчас дадим квест по викторине. Возможно, нам с этого что-то обломится. Если я найду скотч, дадим квест по скотчу. Что уже что-то, опять же. Незнакомец? Не подходи, я прыгну. Я клянусь, я сейчас прыгну. Парень, подожди, что случилось? Мои дети умерли от голода. Моя жена сошла с ума и бросилась под поезд. Но сбережения перевели в облигации военного займа, который никто не будет который никогда не будет возвращен. Мой дом сгорел. Ходячие борцы закончились. Зачем жить? Ну ладно, удачи тебе в твоем деле. Странно, у нас тут есть самоубийца. Возможно, мы сможем как-то в дальнейшем, если он на самом деле не прыгнет, возможно, мы сможем как-то в дальнейшем повлиять на его судьбу. Черт, отчизна просирает, нужно... А сколько дней она идет, эта игра? Ладно. Собрать так. Ну что, нашли участников команды. Мы, кстати, с призами определились. Многотомник, цитат великого вождя и путевка по городам, где он выступал. Я бы сама от них не отказалась. Назвать. Да, я собрал желающих. 250 всего лишь за это прилетело. Хорошая работа. Поговорим обо всем. О работе семьи министерства перекрестмельчителя. Закончить. Черт. Джон Смит. Так, дружище, что ты прячешь? Давай сначала мы у тебя покопаемся. Я наконец-то могу ломануть твой стол. Во-первых, скотч. Советы на все случаи жизни. Навык... Новый навык. Взлом цилиндром. Ой-ой-ой-ой-ой, это у тебя же! Ну все, теперь я типа в шоколаде. Наверное, если мы не проиграем супер игру. Давай-ка еще раз твой комп гляну. Надо бдеть. Не бзди. Так, ладно. Давай ломимся тогда к Глории Мелфи. Потом поговорим со Смитом. Потом... Я огорчен тем, что мы проигрываем. Очень. То есть, или мне нужно будет свалить... О-о-о. Платье? Большого размера? Зачем? Не-не-не, иди сюда. Нам нужно поговорить. Нет, перед тем, как поговорить, подожди. Открыть один. Страница из дневника. Ближний круг. Кто придумал назвать так горстку людей, реально управляющих страной, но прячущих за образом мудрого вождя? Угу.
Я часто задавался этим вопросом поначалу, пока не пришел к выводу, что в этом смысле смысла не больше, чем в обращении граждан, приходящих в министерство. Потому что в ближнем кругу не оказалось ни одного достойного человека. Когда-то мне казалось, что один из них достоин доверия, но он оказался самым скользким и изворотливым всех. Иногда я даже сомневаюсь, человек ли он. Рептилоид, точно. Страницы из дневника. Я не успею все уничтожить. Они все восстановят в резервных, из резервных копий, но кое-что я сделать все же смог. Я полностью переписал процедуру входа. Теперь они не только завязаны на биометрию конкретного человека. Большинство функций можно будет открыть только с помощью ключей шифрования. Пусть попытаются собрать все коды к Хеймдалю. Только один человек сможет их получить. Я стараюсь убедить себя, что этот ящик не просто блажь старого безумца, не просто способ задержать их ненадолго. Это небольшой призрачный шанс все исправить. Если у кого и должно быть право, то это... Это моя кровь, мои гены, мое наследие, мое продолжение, мой сын Эван. Сделай выбор свой. Я чертов старый трус, перекладывающий ответственность на своего ребенка. Итак, у нас уже 11 кодов, если что. Неплохо. Иди сюда. Эпс. Так, кто ты такой? Конечно, Эван. Кто вы? Ну, в смысле, Джон Смит. Над информационной системой Министерства не знаю, кто такой Джон Смит, хотя там есть информация обо всех сотрудниках. Ни вашего возраста, ни биографии, ничего. Как такое получилось, Джон? Тебе никто не говорил, что если много будешь знать, окажешься в измельчителе? Ну-ка. Может, хватит мне уже лапшу на уши вешать? Дьяволо, я говорил это этому кретину... Что так будет? И так стало. Мое имя Энтони Солер, но друзья, меня зовут Толстый Тони. Погоди. Ты есть тот мафиози, который сдал своих подельников и сеть торговли оружием и наркотиками? Черт, я читал про тебя в газете лет так 5 назад. Я думал, что тебя посадили и расстреляли. Не посадили и не расстреляли. Я рассказал все, что знал про мафию. Мне дали новое имя, внедрили в министерство, сказали ждать, пока все уляжется. Так здесь по программе защиты свидетелей? Си. Они дали мне куратора, который должен был держать меня в курсе дела, но уже 2 года я звоню этому кретину, а в ответ тишина. Почему ты не пойдешь не узнать, что с ним случилось? Я не могу выйти из министерства без документов. Вот это да. Эван, карам ее. Ты не выдашь секрет толстого Тони. Не волнуйся, Джон. То есть Тони. Толстый Тони, per favor. Хорошо, толстый Тони, не выдам твой секрет. Эван, я мог бы ты мне помочь? Я хочу узнать, куда делся этот Кацон и мой куратор. Я попытался выяснить архив, но мне отказали в доступе. Архив это 8 часов. Если что, узнаю обязательно сообщу. Спасибо. Черт. Сейчас я посмотрю, минуточку. Работают только готовые бланки или не готовые тоже? У нас разница в 12 бланков. Специалисты Министерства социальной защиты с горечью сообщают, что нашли способ полностью победить горофобию, боязнь от крепостного. Согласно новым нормативам, на каждого гражданина будет приходить не более 10 квадратных метров жилой площади, что позволит полностью исключить горофобию из списка болезней. Слава нашим ученым. Меры по изменению по изыманию лишней жилой площади уже предпринимаются. Ну вот, да, борьба с агорафобией. Так, у нас сейчас там 121. Поехали, попробуем поработать немножко. Значит, Министерство порядка. Здравствуйте. Я переписываюсь с одним заключенным, но недавно его перевели в новое место заключения. Он больше не отвечает на мои вопросы. Могу узнать, куда его перевели? Министерство порядка. Патриотизма, труда патриотизма, отправить спецгруппу на донос. Это вопрос, а не донос. Засекретить информацию в Министерстве порядка. Я думаю, вот это. Нет, блин, это нужно было одобрить. Твою за ногу. Труда порядка наградить за донос. Но это же был не донос, да? Патриотизма, порядка. И подачу информации.
Это же не... Я переписываюсь. Блин, он ничего не подходит, ну ладно. А, ну это, ну оно не подходит, но это, ладно. И значит, труда, заботы, культуры, любое министерство, в архив, техники, культуры, патриотизма. Ну, значит, любое министерство, это вот это. Секундочку. Вот я сейчас неправильно сделал. У нас все равно 121, да? Давайте попробую сделать правильно. Так. Министерство соцзаботы. У меня при себе полный реестр новорожденных из нашего района. Кому его передать? Патриотизм, 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 порядка, порядка, порядка. Социальные заботы. Погодите. Порядок — это правонарушение, так я понимаю? Патриотизм. Отправить спецгруппу, одобрить жалобы в Минпатриотизма. Но это не жалоба, это информация. Отправить спецгруппу, засекретить, отправить спецгруппу, засекретить, одобрить запрос, одобрить донос. Но ничего из этого не подходит, вы чего? Реестр новорожденных. Кому передать? Это не жалоба, это не жалоба. Запрос. Давайте запрос Минпатриотизма. Да, оказывается. Блин, я не знаю, как это работает. Ладно. Наградить за донос. Это был запрос, да? Внести в расстрельное лето жалоба, ордер за обращение, в личном деле информацию. Жалоба на отработку. Запрос в Миннауки и техники. Это был патриотизм у нас до этого. Выписать ордер на арест за обращение. Да зачем? Труда, патриотизма. Вот это на самом деле голову сломаешь просто. Ордер на арест. Наградить за дон... Так, выписать ордер на арест за обращение. Его не за что арестовывать. Я не знаю, это, по-моему, неправильно. Нет, это правильно. Чувак принес, да, выпишите ордер на арест, ага. Так, в Минтруда, соцзаботы, в архив соцзаботы. Уничтожить культуру патриотизма. Пустить работу жалобу. Но это не жалоба. Давайте вот это в архив. И это тоже правильно. Я не знаю, как это работает. Супер игра плюс 10. Стоп, 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 прям плюс 10? А, так за один правильный бланк дают 10 поинтов. Погодите. Погодите. Тогда это все меняет. Поехали дальше. Итак, соцзабота. Добрый день, я принесла результаты психологических тестирований работников мясной промышленности. У них драматически поднялся уровень депрессии. Из-за чего? У них нет работы. Надо срочно доложить об этом наверх. Результат психологического тестирования работников мясной промышленности. Это информация. Ну или донос, грубо говоря. В соцзаботы. Это также у нас трактуется как патриотизм. Сейчас посмотрим.
Минтруда. На жалобу в Минтруда. Так, погодите. Результаты психологического. Минпорядка не надо, Минпатриотизма. Засекретить Минпатриотизма, кстати, возможно, потому что в стране нет мяса. Сейчас посмотрим. Одобрить доносы Минпорядка. Так, это у нас соцзабота, она же может быть патриотизм. Порядок, порядок нам не нужен, порядок не нужен. Порядок не нужен. Получается, патриотизм, патриотизм или Минтруда. Кстати, что тоже может быть, может, это работники мясной промышленности. Одобрить жалобы в Минпатриотизма. Засекретить запросы в Минпатриотизма. Отправить спецслужбу на жалобу. Давайте вот это попробуем. Да, это правильно. Наградить. Нет, нет, нет. Внести в расстрельный список за жалобу в Минтруда. Правильно. И этот список теперь пустить в работу донос. Нет. Пустить в работу. Отправить в архив информацию в Министерство соцзаботы. Я думаю, архив. Ну что, уничтожить только науки и техники? Давайте в архив. Да, правильно. Все, хорошо. Мы сделали... Мы лидируем теперь в суперигре. Можно спокойно идти домой и читать книжки. Мне теперь нужно еще... Блин... На книжки тратиться придется очень много времени теперь. Хорошо. Кто ты? Выяснить... Найти информацию об Энтони Салерно. Это можно сделать в архиве, это можно сделать по телефону. Также, прикиньте, я же могу на него, наверное... Да, выяснить... Я могу сдать эту информацию... Нет! Что у меня с собой? Платье? Что? Стоять. Я ничего не делал. Сработал детектор. Будем обыск. Камеры наблюдения зафиксировали незаконное присвоение имущества с взлом. Статья 1, пункт штраф 4 за каждый украденный предмет или исправительная работа в шахтах, кроме... Ну, подожди, сейчас считаем, сколько ты наворовал. Это все мои деньги. Зачем я платье взял? Блин, минутку. Я думаю, что я немножечко схитрил. Я сейчас... цветочки куда-нибудь выложу кучу вещей, тех, что я стырил. Заберу себе только книжку. Потому что книжку мне надо отнести домой. Так, это сюда. Это сюда. Скотч. Потому что я его тоже украл. Это у меня было, книжку оставлю. Это я все не воровал. Я своровал платье, скотч и облигации. Стой! Стой, 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 стой! Блин, как я безжалостно трачу время. Погодите. У меня есть идея получше. Зачем мне сейчас это проносить, если я могу пойти сдать квест? С этим скотчем и всяким таким. Я рано пошел домой. Сейчас, погодите, ребятушки. Можно сделать все это по-человечески. Я не знаю, зачем я платье стырил. Его надо будет куда-то заныкать. Зачем мне нужно будет... Нет, ну оно существует в игре, значит оно зачем-то нужно. Просто я не знаю, зачем. Пойдем сдадим... Я забыл вообще про скотч и пленку. Черт. Ну просто реально они с меня 2000 хотят. За что?
Поговорим про задание. Да, получение, да, выполнено. Да, товарищ Десалю, вот ваш полиэтилен и скотч. И теперь я даже знаю, зачем ему полиэтилен и скотч. Что-то мне сейчас в голову пришло. Я теперь даже понимаю, зачем ему это надо с его комнатой пыток. До этого я думал, зачем. А можно узнать, зачем? Я увлекаюсь прикладным искусством и хотел бы испачкать кабинет. Но пусть это останется между нами. Прикладным искусством неожиданно. У меня есть еще одно поручение. Я слушаю. Я обратил внимание на мою коллекцию. Конечно, такое сложно заметить. Я собираю предметы, которые имеют историю, мрачную историю. Люди веками учились причинять боль себе подобным. У меня в коллекции есть почти все, что было изобретено для этого. Я бы выбрал бабочек. Извини. Бабочек. В детстве у меня была коллекция. Берешь бабочку, втыкаешь в нее иголку. Тебе тоже нравилось убивать? Нет, я про коллекции. Я просто коллекционировал бабочек. Ничего, в нашей жизни не делается просто так, Эван. Все имеет значение. Альберт, вы хотите дать мне поручение? Да, не знаю, как так случилось, но у меня в коллекции нет одного очень распространенного предмета, именно докторского чемоданчика. Не понимаю, зачем он вам? Ты знаешь, что врачи убили больше людей, чем все оружие и казни? Я хочу себе такой чемоданчик. Они есть у бригады скорой помощи. Предлагаете мне отобрать чемоданчик у врача? Я предлагаю тебе выполнить мою просьбу. Если только ты не хочешь серьезных последствий, и, конечно же, держать рот на замке. Ну, почему я? Так надо, Эван, ты скоро поймешь. Так, от скотча мы избавились. Платье, облигации. Облигации, кстати, не были воровством. Книжка была и платье. Зачем мне чертово платье? Ладно. Куда мне его деть? Я не хочу за него платить, понимаете, в чем прикол? В библиотеке 2 часа колупаться не хочу. Куда я могу сбагрить платье? Минутку. Мне посчитали... Цветочки тут недоступны. О, погоди. Говорит, по всем супер-игру измельчитель, работа, семья. О коллегах... Ясно. Райта уже убрали из списков даже. Так... Чем мне такого там насчитали-то? Погодите. На 2000 получилось 5 предметов. А почему 5 предметов? Жалко, что покопаться в цветочке это 15 минут. Мне просто час в никуда получается, да? Покопаться везде 15? Да, блин, дружище, пройди, пожалуйста. А в этих, в тележках покопаться сколько времени? В автомате тоже 15. Блин, любое покопаться 15 минут, да? Я забыл уже, что за воровство нам прилетает настолько. Когда это было? Вторая, третья серия, когда я что-то воровал. Да, 15 минут везде. Тогда мне проще цветочки все запрятать. Пофиг. Дело в другом. Он говорит, сейчас посмотрим, насколько ты наворовал. Имеется в виду, что они на проходной уже смотрят, сколько у тебя ворованных вещей. Так получается? Видимо, да. Я просто не пойму, откуда бежала сумма 2000. 2000 это за 5 вещей. Блин, просто обидно. Вот эти вот 4.55, вот эти вот 5 минут... Так, платье нафиг, облигации нафиг. Книжку я заберу. Ну, то есть тут безвыходно, книжка мне нужна будет. Ну что ж, поехали, сохранялочка у нас прошла. Посмотрим, что на этот раз. Да. Ты должен 2000. Все равно 2000, да?
Я не хочу, но хочу сделать официально. Жлоб. Выписан новый счет. Жлоб. Блин, а счет у меня будет, типа, заплатить дома? Пусть он будет меньше, пожалуйста. Или он, прикиньте, он будет больше. А, 1500. Оплата. Я типа могу все заплатить. Но я останусь без денег, но я могу все заплатить. Но тогда пусть повисит. А на улице я могу что-то сделать? Нет, остаться дома сегодня. Пойдем сейчас изучать книжки. Смотрите, естественно, ничего не буду. Насчет телека могли бы сделать больше механик. Ну, то есть, типа, он был важен для первого этажа, но дальше в нем отпадает 6 часов. Цилиндровый замок. Да, мне это нужно. Мне придется пока что пожертвовать экономической теорией бытом, но я смогу взламывать... Смогу взломать замок у этого другалька в кабинете. Хорошо, медицинский инструмент. Вызвать скорую и выкупить у врача медицинский саквояж. Выкупить? Блин, это деньги, если что. Вы че издеваетесь? Набрать номер в скорую. Травма. Так не ногу же, сами дойдете. Посмотрите, пожалуйста, да, у вас еще есть челюсть сломает, не мешайте работать. А, то есть в нашей стране скорую вызвать не так просто, да? Если я скажу сердечный приступ, то скажут, ну так уже ехать не надо. Сердечный? Кажется, или приступ. Понимаете, сегодня получил премию, а там столько... Принято, выезжаем, сердцем шутить нельзя. Кто у нас болен, какой сердечный приступ от премии? Нет, доктор, но пока я вас ждал, он прошел. Забрать чемодан, используя авторитет. Вот ты наглый. Люди собирались, ехали, чемодан этот чертов с инструментом. Давай его сюда. А сколько мне за него дадут? 250! Черт с тобой, давай. Почему вы так со мной разговариваете? Хотите лишить своего докторского чемоданчика, прийти метнул при министерстве клерком свечи от геморроя ставить? А ты, наверное, думаешь, что напугал сейчас, да? Я сейчас начну извиняться, просить прощения. Хотелось бы. Да пошел ты знаешь куда, напугал врача голой задницы. Вот тебе чемодан, забирай. Подождите, может, ты погорячился? Забирай, говорю, надоело, к чертям все. Каждая министерская жопа норовит нос задрать. Я их лечить должна? Дудки, пойду в ветеринары. Баранов лечить, пациенты, те же спокойствия больше. Но не смей меня останавливать, все, я ушла. Что это было? Это был чемодан. Приехали, блин, на сердечный приступ. Пошли спать. Штраф, кстати, на 500 дешевле, официальный штраф. Так что вот, кстати, вот да, вот, знаете ли, жлоб, мне понравилось. Ай, надо деньги, срочно. Я сейчас отдам этот чертов чемоданчик и надо деньги. А, я дам чемоданчики, потом еще... Кстати. Не в этот раз.
Зачем мне может понадобиться это платье? Роуз, что ты хочешь от меня, блин, тварина? О, мы выигрываем. Пока что. Спросить, что мне нужно. А, вы мне нужны, я? Речь про патриотическую викторину, не вождя. Глори Мелфи записала в команду сына, он не пришел. Я уже выписал ей выговор, но мне необходим... Но меня беспокоило, что на мои вопросы... Уйди нафиг. Что на мои вопросы она отвечала уклончиво. Я считаю недопустимым лезть в личную жизнь коллег, но вам, как новому человеку в коллективе, полезно будет поближе познакомиться с новой семьей. Ясно, понятно. Семья, коллеги — это семья, это соратники, это верные товарищи на пути к светлое будущее. Это слова нашего великого вождя. Что? Ясно, поболтать не надо, хорошо. Мы пока выигрываем, но потом, может быть, я еще сыграю, посмотрим. Так, иди нафиг, я с тобой потом поговорю. Нам нужно пойти сейчас отдать чертов чемоданчик. Блин, мы на него потратили 500, отобьем всего лишь 250, это отвратительно. Но я сначала залезу к нему в стол. А знаете что, если я могу залезть к нему в стол, я могу подкинуть ему иностранные деньги. Иностранные наручные часы. Мне даже не надо ему деньги подкидывать, у него иностранные, сделаны в Альверде нашими врагами. Погодите, это разве не компромат? Расследование, найдите компромат на Аль... Да, у него часы в столе, если чё! Я что-то не понимаю в этой жизни. Страница. Образ, который был создан еще до нашего рождения, продуман до мелочей. Он носит военный мундир, потому что он всегда готов встать на защиту своей родины. Но мундир этот всегда ослепительно белый, без единого пятнышка. Его фуражка является продолжением головы, добавляя ему решительности. А кокарда с гербом делает его неотъемлемым от государства. Ведь он главнокомандующий, но самая коварная деталь – это его усы. Есть в них что-то уютное и домашнее. С ними он похож на отца, на дядю, на старшего брата, на учителя или лучшего друга. Без них он не будет выглядеть мудрым. С ними же он легко завоевывает доверие. Я тоже понимаю, про кого здесь говорят. Минуточку, это будет считаться воровством? Стойте. Это не будет считаться воровством. Однако... Мне деньги нужны, если что. Давайте постучим теперь к этому уроду, отдадим ему чемоданчик. У него часы, между прочим, это... Так что, ну, блин, ну, ребят. Хорошо, на тебе в коллекцию. Нашел полицейский, да. Это было непросто, но я справился, товарищ Сальва. Отлично, давай его сюда. И все? А, да, спасибо, Иван. Ты отлично справился в прошлый раз с моим просьбой. Выполнишь еще одну? Я готов на все, но мне нужно работать. А еще, если ты хочешь добиться успеха в министерстве, нужно выполнять просьбу начальства, да? Ну, конечно, товарищ Ди Сальва. В общем, в городскую библиотеку привезли редкую книгу «Философия страданий. Пропытки в 16 веке». Я очень хочу ее в свою коллекцию. Я должен украсть для вас ту книгу в библиотеке? Не для меня, а для себя, Эван. Вот увидишь, она может пригодиться и тебе. Зачем нужна книга «Пропытки»? Потом поймешь. Ступай, принеси мне книгу. Ладно. Так, у него часы Вильверды. Твою за ногу. Так, хорошо. Мне нужно было про... А это в архиве надо искать? Или по телефону можно?
Я боюсь сейчас звонить, потому что если этого чувака заметут, а его могут. Так, это Карл. А, чувак, забирайте. Где наша... тетушка-то? Неужели она все время тут тусуется? Мелфи, так, что с тобой не так? Почему сын не пришел на викторину? Ты записал своего сына для участия в патриотической викторине. Роуз сказал, что он не пришел на репетицию. Ну, все известные виолончелисты, как главный ответственный за выведение новых сортов картофеля, был на заседании комитета по этике городского зоопарка. Что, блин? Естественно, он не... То есть он виолончелист, поэтому как главный выводитель картофеля был на заседании зоопарка? Чем тогда записал команду? Не спрашивай, у меня тут весь день такая суета, голова кругом. Закончить. Стой. Пойдем письма твои смотреть. Глория Мелфи. Опа, 5 минуточек. Глория, Глория. Что ты скрываешь, Глория? Приглашение в кино, предупреждение о нарушении. Сын. Я могу ее, кстати, того. Я их всех... Блин, я их всех могу сейчас уничтожить. У меня есть иностранные деньги, у меня есть часы Вальверде, вот эти вот. Но мы тогда проиграем суперигру. Потому что работать будет некому. Хотя, с другой стороны, я не уверен, что вот Карлы работают хуже, чем наши вот эти вот лентяи. Но мы пока ведем, я пока не буду вмешиваться. Ладно, первый до 500. Пойду запрячу часы. А часы у нас запрят... Деньги у нас запрятаны в автомате, по-моему, да? Мне деньги нужны. Там 10 дней на оплату мне дали, но это такое себе на самом деле. Так. Да, это тоже контрабанда, тоже сюда скидываем. В поломанный автомат. Все равно он поломанный, там никто ничего не покупает, поэтому все хорошо. И вот я теперь не знаю, где мне получить сведения. Хорошо, я думаю, в том же архиве я могу получить сведения, правильно? Чувак, ты еще не передумал? Ясно, понятно. Потом с тобой разберемся. По идее, да, я могу сейчас уничтожить всех своих коллег. Я выполню задание по конкурентной среде, что мне даст 10 тысяч. Но прикол в том, что мне нужно 15. А где взять еще 5? Победить в суперигре. Кто ты? Информацию об Энтони Салерно можно узнать или дома, позвонив в архив. Или покопаться в архиве здесь. Это 8 часов, но я не уверен, что это так. Срыв планов. Поговорить с Эвертин. Да? Ну-ка, погоди. Мне говорят, с тобой нужно потрындеть. Вы узнаете, почему сын Глори Мелфи не пришел? Так, дословно передать то, что... Ну, дословно передать. Я же сказал, что я сын известный виолончелист, как главный и ответственный за ведение сортов картофеля, был на заседании комитета по этике городского зоопарка, поэтому не смог прийти. Какие сорты картофеля? Какой зоопарк? Если Глория Мелфи сошла с ума, ее нужно остановить от работы. Она точно была серьезна? Работа с документами, с измельчителем, в конце концов, это опасно. Сумасшедшим тут не место. Подтвердить. Городской зоопарк, и он так Глори сказала, и я все дословно передал. Нужно отправить ее на свидетельство, работа тут для нее опасна.
А, я ее уничтожил таким образом, да? А свидетельствами. Ну вы поняли. Шутка юмора. Аж... Это все касалось расследования, срыв планов. Так. Путь наверх, получить повышение. Найдите компромат, срыв планов. Медицинские инструменты, заметая следы, обыск этажа, викторина. Личная мощь, я почему-то братья Райт, обработать 10 банков. Это все было здесь? Книгу из библиотеки. Так, это мне придется сходить в библиотеку. Кто ты? Найти информацию об Энтони, победа или смерть. А мне кажется, мы теперь вот явно начнем проигрывать в суперигре. Ладно. Ребятушки. Сейчас, давайте я просто спокойно пройду через проходную, пожалуйста. Да. 10 минут, тут копаться 15 минут. Я, значит, сейчас не буду, потому что у меня 5 часов осталось. Докинуть мне еще 2 часа, это 7. Тогда валим домой. Просто серию уже пора заканчивать. Я пытаюсь подвести некие тут моральные, грубо говоря, итоги к тому, что произошло. Потихонечку мы устраняем конкурентов. У нас остался только Смит, который, в принципе, мафиози, все дела. Но мы вроде как ему помогаем. Не знаю, как это все будет работать. Новый счет. Это плохо. Потому что денег нет. 300. Кабельное телевидение, продукты питания. Твою за ногу. Вот все, теперь мне не хватает... Блин, мне придется работать. Прикиньте. Мне нельзя работать, я этого не вынесу. По квестам у нас что здесь есть? Есть пойти в библиотеку на 2 часа. Но сделаем мы это уже в другой раз. Потому что сейчас будем заканчивать. Спасибо, что были с нами. Всем удачи. Добра, бобра. Всем молодушек. Всем пакета.